שלום. Здравствуйте. אנחנו רוצים לדבר על שוב על נושא מאוד רלוונטי להיום. Мы снова хотим поговорить на очень насущную тему. שהוא נושא מרכזי בסכסוך המזרח-תיכוני. Это тема центральная в ближневосточном конфликте. זה הנושא של הארץ. Это тема земли. למי שייכת הארץ? Кому принадлежит земля? זה נושא במחלוקת. Здесь есть разномнение. ולדוברי אנגלית כתבתי ספר על העניין הזה. На английском языке я написал книгу на эту тему. גם בצרפתית, לצערי, לא ברוסית. К сожалению, пока нет перевода на русский язык. שנקרא הארץ במחלוקת, The Land in Controversy. И название этой книги «Страна в разделении». מה שאנחנו רוצים זה במקום להיכנס לוויכוח הפוליטי. Вместо того, чтобы зайти в какой-то политический спор, אנחנו רוצים לבסס את מה שנגיד על הכתובים. Все то, что мы скажем, мы хотим основать Писание. ולראות מה הרצון של אלוהים היום. И увидеть, какова же воля сегодня. Какова воля Божия сегодня. מה הרצון של אלוהים על הארץ, את מי הוא רוצה בארץ ואיך. И мы должны понять, в чем воля Божья. Кому принадлежит земля, кто должен жить на ней. והייתי רוצה שנתרכז על העניין הזה, בגלל שגם בגוף המשיח בעולם, בכל העולם, בנצחות בעולם, יש אי הבנה בנושא הזה. И мы должны внимательно сосредоточиться на этой теме, потому что во всем теле Христовом, по всему миру, есть также недопонимание и споры во мнениях по этому вопросу. ולעיתים הרבה מאמינים בישוע המשיח ונוצחים מאמצים דווקא עמדה פוליטית ולא עמדה תנכית. И, к сожалению, часто очень и христиане, и верующие в Израиле, они почему-то пытаются принести политическое обоснование, а не библейское. А за ём есть отца ми умота улам ве ми апалестинаим лехалек эта арец ве ласот шалом. Сегодня есть предложение, которое выдвинуто в Организации Объединенных Наций филистимлянами, о том, что нужно разделить землю, и таким образом будет мир. Векаемет атфиса азот, ше им анахну лехалек эта арец, анахну некабель шалом. И существует такая позиция, что если разделить землю, то будет сразу мир. ויכול להיות שאם הממשלה ביהודה ושומרון הייתה ברשות הפלסטינאית, הייתה מורכבת אך ורק בנוצרים שאוהבים את הכתובים? Скажем, если правительство филистимское или палестинское, сосредоточенное в Иудее и Самарии, оно бы было основывало свою политику на Писании. И тахен, что а шалом азе ая овед, ая поэл бесура лора. Может быть, и действительно был мир, и мы бы действовали в мире. Авали царену, а ноцрим барашут апалестинаем миют шел миют. Но, к сожалению, в палестинской автономии христиане это наименьшее количество жителей. И если вдруг случится такое, что образуется государство Палестин, то правительство это будет, во-первых, исламское, и они будут просто под крылом Хамаса. אז בואו נתחיל לראות בהיסטוריה כבר איך אלוהים מתחיל לדבר על הנושא הזה של הארץ. Давайте теперь посмотрим, как в Библии в историческом плане Бог говорит о земле. ומה הדעה של אלוהים לעשות חוזה שלום עם אויב? И какое мнение у Бога, заключать ли сделку с врагом или нет? אנחנו לא, כמובן לא יכולים להאשים את אלוהים ולהגיד שהוא לא רוצה שלום. Конечно же, нам не нужно осуждать Бога в том, что Бог не желает мира. אלוהים רוצה שלום על הארץ. Бог желает мира на земле. אבל היה מקרה, למשל, היו כמה, אבל היה מקרה
Йошафат хотел сделать шалом с мелех ра. Например, было много случаев, и вот то, что мы сейчас посмотрим, царь Иосафат хотел заключить мир с, в принципе, злым царем Ахавом. И у него были добрые намерения. Он хотел быть прагматичным. Хозе шалом, и הכל יפה. Он сказал: "У нас есть Иудея, у нас есть Израиль. Давайте заключим договор, и все будет хорошо". אז בדברי ימים ב' בפרק 19 אנחנו רואים את זה. В 19 главе второй паралипоменон мы видим. בפסוק 1 ו-2. В первом и втором стихе. И возвращался Иосафат, царь иудейский, в мире, в дом свой в Иерусалим. И выступил навстречу ему Иуй, сын Анании, прозорливец, и сказал царю Иосафату: следовало ли тебе помогать нечестивцу и любить ненавидящих Господа? За это на тебя гнев от лица Господня. Зата дея шел Элоим, о ашипут шел Элоим, аля рацон айафе азе шел Йошафат, ласот хозе шалом им Ахав. Это мы здесь видим мнение Бога, или даже суд Божий, за то, что Иосафат, в принципе, у него было доброе намерение заключить мир с Ахавом. Гомар, бецем, эх ата, шата, мелех тов, эх ата яхол лейтахед им амелех аравы. И, в принципе, то, что он ему сказал, как ты, добрый царь, захотел соединиться с этим нечестивцем, он его называет злым царем. אנחנו רואים שהכעס של אלוהים היה על יהושפט בגלל העניין הזה, בגלל חוזה שלום. И мы видим, как гнев Божий был на Иосафат из-за того, что он заключил мирный договор с ним. ואנחנו צריכים להבין למה. Мы должны понять почему. אז אנחנו רואים את זה בתורה בספר שמות. В книге закона Пятикнижия Моисеева, в книге Исход мы видим. Конечно, אנחנו רואים רשימה של מצוות בתורה. Целый список заповедей мы видим в Торе. בפרק 34, פסוק 12. 34 главе книги Исход, 12 стихе. ייעוץ של אלוהים לעם ישראל. Мы видим, как он советует израильскому народу. Это даже больше, это просто заповедь. Сохрани то, что повелеваю тебе ныне. Вот я изгоняю от лица твоего амореев, хананеев, хиттеев, ферезеев, ефеев и евусеев. Смотри, не вступай в союз с жителями той земли, в которую ты войдешь, дабы они не сделали сетью среди вас. 12 стих. Да, мила по зеше есть мила, что в иврите и мокеш. Когда шемло и мокеш мишло. На иврите используется такое слово мокеш, что сегодня это переводится как мина. В бедюка а мокеш это что-то, что митпоцец тахат араглаем шел бенадам. Это то, что взрывается под человеческими ногами. ובעצם אלוהים אומר, אם אתה תעשה, אם אתם תעשו חוזה עם האויב, זה יהיה כמו מוקש תחת הרגליים שלכם. То есть этот союз, если вы заключите с жителями той земли, это будет как мина замедленного действия под вашими ногами. זה דבר אחד, וגם מבחינה רוחנית יש סכנה. И также с духовной точки зрения есть огромная опасность. אנחנו רואים את זה פסוק 15. В 15 стихе мы видим это. Не вступай в союз с жителями той земли, чтобы когда они будут блудодействовать вслед богов своих и приносить жертвы богам своим, не пригласили бы и тебя, и ты не вкусил бы жертвы их. אומר, אם אתם תעשו חוזה שלום איתם, он говорит, если вы заключите союз с жителями той земли, они будут склонять вас к идолопоклонству. То есть их духи, они будут владеть вами, они будут воздействовать на вас. ולכן יש פה אזהרה של אלוהים. Поэтому здесь есть Божье предупреждение.
אז אחר כך אנחנו יכולים לראות בכתובים למי שייכת הארץ. Далее в Писании мы можем видеть, кому же принадлежит земля Израиля. יש עיקרון מאוד חשוב בתורה לגבי ארץ ישראל. Есть очень сильный принцип в законе. וזה נמצא בספר ויקרא פרק 25. 25 главе книги Левит мы находим. 25 פסוק 23. Двадцать пятой главе, 23 стих. «Землю не должно продавать навсегда, ибо моя земля. Вы пришельцы и поселенцы у меня». Здесь написано, нельзя продавать землю. Нельзя ее разделять и отдавать даже ради мира. כי אנחנו עם ישראל אמורים לשמור על הארץ, אנחנו התושבים פה בארץ. Потому что мы жители и народ израильский, мы должны хранить эту землю. כי הוא אומר, הארץ שייכת לאלוהים. Потому что он говорит, что земля принадлежит мне, Богу. לכן אם יש לנו את השאלה הזאת, למי שייכת את הארץ שייכת לאלוהים. Если мы задаемся этим вопросом, кому же принадлежит земля, земля принадлежит Богу однозначно. אנחנו התושבים שם. А мы поселенцы там. האם יש לנו זכות למכור משהו שלא שייך לנו? Есть ли у нас право продавать то, что не принадлежит нам? כמובן שלא. Конечно же нет. וזה עיקרון שידוע בכל החברות ובכל הממשלות ובכל המדינות בעולם. Этот принцип известен в любом обществе, в любой стране, в любых правительствах. ובעיקר זה מדבר על הארץ הזאת, מכיוון שאלוהים מאוד קשור לארץ הזאת. И, конечно же, все это говорится о Ханаане, о земле, которой образовано государство Израиль, потому что Бог нераздельно связан с этой землей. Это мы видим в книге Второзакония, в 11 главе, в 12 стихе, Второзаконие 11-12. «Земля, о которой Господь Бог твой печется, очи Господа Бога твоего непрестанно на ней от начала года и до конца года». אנחנו רואים פה זאת ארץ שאלוהים מאוד קפדני על כל מה שקורה בארץ הזאת. Здесь мы видим, как Бог очень тщательно наблюдает за тем, что происходит на этой земле. העיניים שלו כל היום וכל הלילה, העיניים שלו על הארץ. הוא יודע טוב מאוד מה שהולך. Очи они направлены на землю. Он все прекрасно видит и знает, что происходит. זה מאוד חשוב. Это очень важно. למה זה מאוד חשוב? Почему это очень важно? מכיוון שהוא מתכוון לבוא ולשים את רגליו על ירושלים. Потому что он придет и поставит ноги свои на Елеонской горе. ולמלוך מירושלים על כל הארץ ועל כל העולם. Царствовать из Иерусалима в течение тысячи лет над всем миром. אז אחר כך אנחנו יכולים להגיד, אוקיי, הארץ שייכת לאלוהים. Хорошо, дальше мы можем сказать. Атем аюдим атошавим барец. Земля принадлежит Богу, вы евреи здесь поселенцы. Авал майма гвулот. Но что с границами? Ми махлит аль гвулот арец. Кто решает, каковы будут границы? Аюдим кетошавим, авал адиз гвул. Хорошо. Евреи как живущие на ней, но где граница пройдет? אנחנו רואים בכתובים שגם הגבולות שאנחנו רואים בספר יהושע. И в Писании мы видим уже, какие границы намечены из книги Иисуса Навина. וגם הגבולות שאנחנו רואים ביחזקאל 47. Также в 47 главе пророка Иезекииля. הם לא הגבולות של היום. Это не границы сегодняшнего дня. והם בטח לא הגבולות של 67. И, конечно же, они не подходят
под границу 1967 года. И אנחנו רואים שהגבולות התנכיות הם מאוד הרבה יותר רחבות. Мы видим, как библейские границы намного шире. И דווקא אנחנו יכולים לקבל את הטענה שהגבולות של יהושע זה היה בזמן של התורה וזה נגמר. Можно согласиться с сомнением, что границы времен Иисуса Навина – это дело прошлого. Но что с границами Иезекииль 47? Это же пророческое определение границ, то, что будет в будущем. И там Элохим говорит бемфура, что он дает эту землю на разделение שבטים של ישראל. И там мы видим, что Бог дает эту землю во владение 12 коленам Израилевым. לכן, לעם היהודי. То есть, еврейскому народу. ולא לפי גבולות 67, כפי שהאומות העולם והאום מציע היום. Не в границах 67 года, как сегодня предлагает Организация Объединенных Наций. אלא גבולות הרבה יותר רחבות. Но границы более широкие. Это то, что мы должны понять сегодня, ибо это пророчество на будущее. Вопрос, есть ли у нас право склоняться в другую сторону? По моему мнению, нет. Мы, как верующие, להתכוון לכיוון של אלוהים. Должны направлять себя на направление לפי Бога. לפי הרצון הסופי של אלוהים. На его окончательную волю. וכמובן זה לא אומר שאנחנו צריכים להתחיל לכבוש. Конечно же, это не говорит о том, что мы вдруг должны физически захватывать. אבל אנחנו רואים, ראינו בעבר, שכאשר אלוהים רצה לתת לישראל שטחים מסוימים, הוא עשה את זה. В прошлом мы видели, если Бог желает дать определенные территории своему народу, он делает это. Это неудивительно, что после войны 67 года добавились территории к государству Израиля. Представьте себе, если бы сегодня на голландских высотах была Сирия. כאשר אנחנו יודעים איזה בלגן יש בסוריה היום. То, что мы видим сегодня, происходящее там. וכאשר אנחנו רואים מי שולט על האזורים מסוימים של סוריה ושל דרום סוריה. Когда мы видим, кто сегодня контролирует определенные участки, особенно на границе с Израилем в Сирии. בספר משלי אנחנו רואים את העיקרון הזה לגבי הגבולות. Книги притч мы видим принцип относительно границ. 22 глава книги притч. Мишле 22, פסוק 28. Притчи 22:28. Не передвигай межи давней, которые провели отцы твои. Это гвулот Элохим эфтиях лаавраам, лиицхак ва лияков. Границы Бог пообещал Аврааму, Исааку и Якову. У эфтиях лиошуа. Он обещал их Иисусу Навину. У хазар альзе кама памим бактувим. В Писании он повторял это очень много раз. פה כתוב שאסור לנו להזיז גבול עולם. זאת אומרת, גבול כבר ותיק מלפני המון המון שנים. Здесь написано, не нужно передвигать этих границ, межи, которые провели отцы твои давным-давно. גבול שנקבע ונפתח לאבותינו. Который был обещан и в виде постановления нашим отцам. אנחנו רואים עוד עיקרון מאוד חשוב בספר דברים פרק 32. В 32 книге Второзакония мы видим еще один очень важный принцип. פרק דברים פרק 32 פסוק 8. 8 стих Второзакония 32:8. Когда Всевышний давал уделы народам и расселял сынов человеческих, тогда поставил пределы народов по числу сынов Израилевых.
זאת אומרת שכאשר אלוהים נתן את הגבולות לגויים או לאומות העולם, когда Бог определил границы народам земли, הוא עשה את זה לפי מספר היהודים. Он сделал это по количеству сынов Израилевых. קודם כל, הגבולות של ארץ ישראל, ולפי זה גבולות של אומות העולם. לא הפוך. По числу сынов Израилевых определены границы для сынов Израилевых, а дальше все остальные народы. בגלל זה מאוד חשוב לאלוהים לשמור על הגבולות שהוא מחליט. Поэтому для Бога важно хранить границы, о которых он решил. כמובן שיש לו זמן, יש לו עיתוי מתי לתת גבול מסוים, או להחיב גבולות עבור עם ישראל. У него есть время, у него есть определение, когда дать ту или иную территорию. אחר כך יש לנו בספר דברים ב-30, בפרק 32, אותו פרק. В этой же главе. בפסוק 43. В 43 стихе. Написано: «Веселитесь, язычники, с народом его, ибо он, Бог, отомстит за кровь рабов своих и воздаст мщение врагам своим и очистит землю свою и народ свой». Это симулявала алакетах ахаронпу. Посмотрите здесь последнюю часть этого отрывка. У мехапер лорак ала ам, авал гам ала арец. Написано, что он очистит не только народ, но и землю свою. זאת אומרת שיש קדושת הארץ פה שהיא מאוד חשובה כעיקרון רוחני. То есть ему важна святость земли как духовный принцип. וזאת אחת מהסיבות שאלוהים לא יכול לתת את הארץ לאומות או לעמים שהם לא ברצון של אלוהים, שהם לא מתנהגים לפי העקרונות של אלוהים. Это одна из причин, почему Бог не желает отдавать эту землю другим народам, которые не находятся в правильных отношениях с Богом. אנחנו נעצור כאן, כי אחר כך אנחנו רוצים לראות איזה עוד איזה עיקרון שבדרך כלל לא מובן בכנסייה. Здесь мы остановимся, а потом дальше мы посмотрим еще один принцип, который не очень понятен церкви. אנחנו נראה איך פסוק מסוים הוא מובן בצורה לא נכונה לפי הפסוקים אחרים שאנחנו רואים בקורא. Мы посмотрим одно место писания, один стих, который не всегда понятен и трактуется неправильно, но мы его посмотрим в свете других стихов. אז תשארו איתנו לחלק השני. Оставайтесь с нами на вторую часть.